YouTube-канал. Все о телефонах. Ребят, всем привет! Вы на канале «Все о телефонах», и в сегодняшнем видео мы будем устанавливать прошивку от Galaxy S8 Plus на Galaxy A3 2016 года, то есть A310F. Так, вообще первое ощущение я бы хотел сказать о телефоне. Ну, у меня первый раз, я держу в руках A3 2016 года. И знаете, очень хорошие такие приятные ощущения, такой маленький, такой вот компактный, так мне нравится. Особенно вот после того, как установил эту прошивку еще, телефон вообще мне начал нравиться, и даже хочется самому, если честно, походить с ним. Но пока хожу с Galaxy S7, и ну, я знаю, что этот слабее S7, и камера там получше, поэтому как-то не очень хочется, но вот аппарат реально кайфовый, честно. Так, я уже установил прошивку, сейчас я ее вам покажу, познакомлю вас с ней. Вот, ну каждый уже для себя решит, устанавливать, не устанавливать. Есть две версии прошивки, на все будет ссылка в описании. Так, поехали, давайте посмотрим. Экран блокировки. Шрифт я поменял, говорю сразу. Wi-Fi у меня автоматически подключился, что я его уже подключал. Так, ну знаете что, я каких-либо косяков не нашел, если честно, в телефоне, ну в прошивке точнее. Мне все нравится, все работает, все так круто, красиво так. Так, ну я буду лазить, смотрите, значит, root права уже будут встроены, Edge Away, то есть та от рекламы, если не ошибаюсь. Да, ну, блокировка рекламы. В принципе, как я и говорил. Вот. Камера работает. Здесь никаких вопросов нету с этим. Так, что тут вам еще? Да, в настройки зайдем. Вот таким вот образом выглядят настройки. Об устройстве. Так. Сведения АПО. Android версии 6.0. Ядро я выбрал кастомное. То есть это хорошо. Если что, можете выбрать при установке родное. Ну, если какие-то возникнут, может, у кого-то вопросы. Вообще, ребят, я хотел бы отметить тот факт, что каждая прошивка сидит на каждом телефоне по-разному. Поэтому... Если у меня она, то есть, работает идеально, у кого-то может что-то плохо работать. Шрифты, ну тут уже все стандартное. Вот, давайте лучше мы приступим. А, устанавливал еще одну версию прошивки этой, но там что-то мне не понравилось, там иконки побольше выглядят. А, ну поставьте прошивку, проверьте, выберите, какая вам больше понравится, ту и оставьте. Собственно, не нужно слушать чье-то мнение. Потому что, как я уже сказал, каждая прошивка на каждом телефоне работает по-разному. Итак, ребят, начинаем к установке прошивки. Итак, представим, что у вас официальная прошивка, вы ничего никогда не делали, вообще ничего не знаете. Для начала, конечно же, спускайтесь под видео, скачивайте прошивку. Советую скачать две сразу прошивки, потому что по очереди установить сразу и проверить. Вот, скачивайте программу Odin, скачивайте драйвера. Скачивайте recovery. Вот, после того, как вы скачали это все, прошивку можно сразу скинуть в память телефона. Чтобы не было никаких вопросов, сразу же копируйте в память телефона прошивку, и после этого мы начинаем уже ставить recovery. Но, после этого, после того, как вы скинули в память телефона, пока что вы ничего не сделали, нужно зайти об устройстве, найти здесь номер сборки. Вот номер сборки. У вас это может быть чуть-чуть по-другому, потому что в официальной версии немножечко прошивка отличается, но смысл один и тот же. Заходим о телефоне, находим номер сборки. Тапаем так. Вот. Внизу, видите, написано было, вы стали разработчиком. Затем возвращаемся в главное меню, и здесь появляются параметры разработчика, режим. Заходим сюда. Здесь нужно поставить галочку на откладку по USB. Вот сюда.
и разблокировка предусмотрены производителем OEM. Обязательно сюда ставим галочку. После этого можете спокойно выключать телефон и вводим... О, ребят, кстати, блин, при включении телефона здесь будет выскакивать иконка S8+. Так, смотрите, сейчас я буду заходить... Не, в режим прошивки себе зайду, не появится. Вот я сейчас включаю телефон. Вот, вот так будет включаться ваш А3. Класс, класс, честно. Сейчас он включится, я его еще раз выключу, мы зайдем в режим прошивки и наконец-то установим recovery. Вот еще одна такая заставочка. Вы можете оставить по-прежнему, чтобы А3 писалось. То сейчас я вам покажу, как это все нужно будет настраивать при установке прошивки. Так, выключаем телефон, как я уже сказал. И заходим в режим прошивки. Для этого мы зажимаем кнопку включения-выключения, кнопку уменьшения громкости и кнопку домой. Зажимаем одновременно все эти три кнопки. Появляется такое вот предупреждение. Здесь мы нажимаем кнопку увеличить громкость. Все, ребят, телефон находится в режиме прошивки. Теперь в таком состоянии мы подключаем телефон к компьютеру через USB кабель и переходим, собственно, к самому компьютеру. Итак, я уже подключил телефон к компьютеру. И я представляю, что вы уже все скачали, и мы теперь запускаем программу Один. Желательно версии 3.10.6. Чтобы запустить эту программу, ее не нужно даже распаковывать. И, кстати, точно так же, как и Recovery, распаковывать тоже не нужно. Версия 3.0.2.1. Так, два раза тапаем. И запускаем программу Один. Здесь обязательно должен быть такой синий значок. Это подтверждает то, что компьютер видит наш телефон. Так, далее мы нажимаем сюда, убираем галочку с пункта Автореboot. Нажимаем Up. И выбираем наше Recovery. Вот оно. Нажимаем Открыть. Итак, ну все, все готово. Теперь мы нажимаем Start. Так, обратите внимание на телефон. Телефон в режиме прошивки. Я сейчас на компьютере нажму Start и пробежит полосочка. Вот, как вы видели, пробежала полосочка, и в программе Один высветилось, что пас, то есть прошивка прошла успешно. В принципе, больше нам компьютер уже не нужен, поэтому мы сейчас снимем телефон с зарядки и с компьютера отсоединим и начнем установку самой прошивки. Так, телефон наш завис в таком состоянии. Что мы делаем? Зажимаем кнопку включение-выключение и кнопку уменьшения громкости. И как только экран потухнет, ребят, сразу отпускаем и вновь зажимаем кнопку включения-выключения, но уже с кнопкой домой и кнопкой увеличения громкости. То есть тут не ошибайтесь. Так, зажимаю уменьшение и включение. Жду, пока потухнет экран. Как только тухнет экран, я сразу же зажимаю кнопку включения-выключения, кнопку домой и кнопку увеличить громкость. Все, отпускаю, жду. У меня такая заставочка, потому что я уже установил прошивку, ребят. Но сейчас вместе с вами я ее еще раз установлю. Так, вот она наша долгожданная recovery. Делаем свайп. Заходим в wipe. Advanced wipe. И запомните, здесь первый пункт, второй пункт, третий пункт, пятый пункт. Internal storage не трогаем, это внутренняя память. Делаем свайп. Но у меня прошивка находится в внутренней памяти телефона. То есть у меня флешки нету. Поэтому если у вас прошивка находится на microSD карточке, то и можете сюда тоже ставить галочку и стереть все. Так, возвращаемся назад. И здесь заходим в пункт Install. Install, ищем нашу прошивку. Вот она, наша прошивочка. MDK ROM версии 2.2.1. Нажимаем установить.
и делаем свайп. Итак, выскочило окошко, добро пожаловать, такую-то прошивочку, такая-то версия, только для А3 2016 года. Нажимаем Next. Здесь нам предлагают выйти с установки, какие-то узнать настройки, ну и либо установить. Мы, конечно, выбираем первый пункт, установить. Здесь мы выбираем нашу модель. А310F, А310M, NO там и так далее. Оставляем на F-ке. Здесь выбор ядра. Можете выбрать стоковое, а можете вот это вот кастомное. Я выбираю, ребят, первое. Возможно, что если выбрать первое, какие-то функции не будут работать. Возможно, если второе, еще что-то там. Ну, короче, они отличаются, поэтому если у вас там что-то не заладится с прошивкой, то меняйте разные эти ядра, ставьте. Я выбираю первое и идем дальше. Честно, вот нидром, вот я не знаю, что это значит, но я нажимаю просто да, потому что пусть все будет, я потом, если что, удалю, чем этого не будет. Здесь выбор root прав. Вам нужны или не нужны? Мне нужны, поэтому я оставлю root. Здесь все программы, которые будут установлены. Нажимаем Next. Здесь вот выбираем логин. То есть при включении телефона у вас будет либо S8 логотип, либо оригинальное, либо вообще ничего не будет. Я выбираю S8. Все, нажимаю Next и жду установки прошивки. Прошивка будет устанавливаться минут, может быть, 3-4. Поэтому имеем терпение и ожидаем, не трогаем. Сейчас нажму на паузу, подожду, пока все установится. После этого продолжу видео. Так, прошивка почти установилась на 99%. На 99% будет висеть немножечко, так что не бойтесь. Все, 100%. Отлично, нажимаем Next. Еще раз Next. И опять же мы ждем. Ждем. Но на этот раз уже ждем, конечно, больше. Поскольку телефон первый раз включается долго. Все. Опять установит. Ну, включится, я после этого продолжу видео. Наконец-то включился наш телефон. Итак, смотрите, уже вот с самого начала все уже по-другому. Здесь настройки выбора языка. Ищем наш русский. Вот он. Это пропускаем. Совсем соглашаемся. Далее. Ребята, любая прошивка ставится точно так же, как и эта. Так что, если у вас есть мысли установить какую-то другую прошивку, то не нужно спрашивать, как ее установить, что мне делать. Точно так же загружаемся в recovery и устанавливаем. Это recovery подходит для любой прошивки. Так что не нужно ничего менять. Вот и все, ребят. Собственно, вот так вот все просто на самом деле устанавливается. Вот, так что всем спасибо за просмотр, ребят. Ставим лайки, подписываемся на канал. Я, кстати, хотел сделать прошивку Cyanogen 14.1, но не стал этого делать, потому что на данный телефон уже есть официально Android 7. Вот, поэтому снимать уже кастомную прошивку на данной базе, я думаю, уже смысла нет. Вот, ну пишите в любом случае комментарии, я всегда все комментарии читаю, вот, поэтому всем отвечу, никто без ответа не останется, вот, всем еще раз спасибо за просмотр, ставьте лайки, ребят, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, задавайте там тоже свои вопросы, всем пока!